Всем привет! Вы на канале Photomobile, обзоры гаджетов и устройств. Меня зовут Евгений, и сегодня у нас на обзоре Type-C Hub. Type-C Hub, который я не только привез вам показать, но и расскажу опыт моего использования. Ну, люблю я Type-C Hub, а без него сегодня никак, потому что вот у меня вот прошечка, да, в прошечке просто два Type-C, не USB, не HDMI, не Ethernet, но ничего там нет. И поэтому без этих устройств, ну, никак не обойдется не только маковод, но и вообще имеющий современный ультрабук человек. Вот он у меня уже в руках, вот он. Оцените дизайн, оцените вот месседж, который хотели создатели нам донести. Я вам сразу же объясню, да, то есть для чего тут как бы выполнена вот такая достаточно характерная канавка. Я, честно говоря, даже думал, что может быть там беспроводная зарядка, стал туда тулить телефон, но он не пролазит по ширине. Я подумал, ну что там, я не знаю, может быть часы там, но нет, оказалось все вообще намного проще. Это просто выполнено пространство для того, чтобы он не нагревался, потому что эта штука сильно нагревается. Вроде бы казалось бы один Type-C, вот кстати заглушечка такая, снимем ее. Позолоченный, кстати, разъем, но действительно позолоченный. И достаточно толстый кабель, но по этому кабелю шурует. И я сразу перечисляю интерфейсы, которыми он обладает. И Type-C, по которому выпускаете зарядное устройство. И HDMI на 4К, который здесь вот выведен. Слот под SD и microSD карты. Два USB порта 3.0, которые находятся с другой стороны. И гигабитный Ethernet, который просто необходим, если ты любишь быструю и шуструю работу своего ноутбука. И вообще, господа, посмотрите, цвет Space Gray самого ноутбука и этого хаба, он достаточно близок и достаточно похож. Пока что я поверчу коробочку и сообщу вам следующее. 87 ватт пропускная мощность вот этого устройства. Дальше 1000 мегабит в секунду Ethernet LAN разъем, 4К, я уже об этом говорил, USB 3.0 и вес 89 грамм. По качеству изготовления вообще вопросов нет. Очень приятная, очень классная штучка. Шестигранные красивые болтики, звездочки вот выполнены по краям. Но давайте теорию в сторону. Итак, а сейчас я хотел бы подключить это все к ноутбуку. У меня вот есть здесь в студии монитор. И показать вам, что все действительно подключается и действительно работает. Значит, в одну руку берем кабель с зарядкой. Включаем его сюда. Берем HDMI кабель монитора, подключаем его сюда. Берем кабельный интернет, вот он Ethernet, подключаем вот сюда. Замигали лампочки сразу. И подключаем в Type-C. Никаких драйверов, никакого ожидания, сразу же мгновенно произошел звук, произошло переключение экрана. И вот я вам выведу на экран второй монитор. У меня работает все в режиме двух мониторов, но люблю я одновременно использовать два монитора для работы с несколькими документами. Таким образом, ну смотрите, что еще могу я подключить флешечку, вдруг вы сомневаетесь, что порты не работают, и проверить один из двух портов. Шлеп, флешка определилась, запись на нее происходит, и ну давайте вставим вторую флешку, ведь у нас два USB порта. Читается одновременно две флешки. Ну, ребят, я пользуюсь этим устройством уже порядка где-то 2 недель и действительно работает отлично. А самое главное, что кабельный интернет, ну, лично вот на моем маке уж сильно вот ускоряет работу. У меня пинг обмена данными с роутером составляет 1 миллисекунда, а кто знает, это очень быстро. Таким образом, отключаю вот это все приданное. В моих руках находится, с моей точки зрения, идеальный хаб, в котором есть все, что нужно. Но нет в нем, правда, VGA вывода, это аналоговый сигнал монитора. Да и кому он нахрен сегодня нужен? Главное, что в нем есть Ethernet, в нем есть HDMI, в нем есть вот эти вот слоты для подключения microSD и SD карт. И флешек, то есть в поездку, на работу, в общем, универсальное удивительное устройство. Оно также может работать у вас и каким-то хабом для зарядки ваших устройств. Вот подключив это все в Powerbank, я могу натыкать в него два устройства.
которая имитирует нагрузку подключенных устройств. Так, срабатывает защита. Интересный факт. То есть выдавать, в принципе, ток 1 ампер на эти USB-порты для зарядки, по крайней мере, высокомощных устройств, этот хаб не может. Да ему это и не нужно. Но заряжать какие-нибудь часики и какие-нибудь беспроводные наушники через порты этой штуки можно. Вот и все. Вот такой вот у нас был хаб, который называется USB Hub Baseo Square Desk Type-C Multifunctional Hub Deep Gray. Ух. Я не думаю, что вы это все записали, поэтому ссылочки на товар находятся здесь внизу. А мне за мои труды, за эту работу поставьте, пожалуйста, палец вверх. Подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите последующие выпуски. Участвуйте в наших розыгрышах, они у нас теперь будут проходить постоянно. И хорошего вам дня, до следующих встреч!